Саш, давай ты вот еще раз зайди к линии Венейры. Саш, зашел? Не переминаемся, ничего, работаем. Здравствуйте. Валерия Виноградова. Один из организаторов фестиваля актуального искусства «Катафест». Что вы можете рассказать об этом фестивале? Что рассказать? Ну, фестиваль будет проходить 11-й раз. Особенность этого фестиваля то, что он сумел объединить несколько креативных культурных формаций нашего города и Украины в целом. Это Cats Flat, промо-группа, More Music Club и Backstage, и Cardia Wave, музыкальный лейбл и радио. Вот. То есть все продвинутые люди собрались вместе и решили сделать что-то особенное. Но у нас фестиваль мультиформатный, он действительно объединил, у нас параллельно происходит множество событий. То есть вы можете наблюдать, вот как сейчас готовится музыкальная сцена, которая, ну, которая позавидует на самом деле любой крутой фестиваль нашей страны. Вот такой у нас собран состав участников. Среди хедлайнеров у нас Флёр, Люмьер, Маржи, Чеширс, гости из других стран. Ну, то есть очень больше 30 проектов в этот раз там присоединилось, приехало в гости. Также у нас обширная детская программа, которая связана с искусством прежде всего. То есть она не только развлекающая, но и развивающая еще. То есть придя на наш фестиваль всей семьей, прокачаться могут все, то есть и взрослые, и дети. Вот. И, также у нас прекрасная выставка, вот, так сказать, я говорю, очумелые ручки. Рукодельная выставка прекрасная, то есть тут могут показать все самые свои, так сказать, лучшие наработки. Вот наши мастера, которые связаны, конечно, с котиками. Ну, котик у нас на самом деле это символ творческой свободы. То есть живых котиков вы здесь не увидите. То есть это котик больше про людей, у которых внутри живет свободный кот. Добрый день. Ну, вот, пожалуй, то есть как бы основное такое вот. То, что он вышел на новый уровень, это абсолютно точно. Мы это прочувствовали уже и в процессе его подготовки. Вот, кстати,
Да, у нас во время фестиваля будет большая презентация радио также. Вот у нас, в общем, все происходит одновременно, одномоментно, как в нашей жизни. Вот, конечно, все это состыковать, скоординировать нелегко, сразу говорю. Вот, но тут у нас отличная команда, вот, нас мало, но мы справляемся. Спасибо огромное. Я уже... А? Еще сюда? Это вот такой проект, который является совместным проектом с радио Cardia Wave. Cardia Wave — это музыкальный лейбл, который находится, в принципе, в Одессе. И самый главный проект у нас — это группа Флёр. То есть Cardia Wave — музыкальный лейбл. И вот Cardio Кислород — это как бы радио, которое звучит онлайн. То есть оно должно звучить, вот как сейчас, на открытых площадках, чтобы люди слушали хорошую музыку, независимую альтернативу, панк, рок, ну то есть что-то вот такое, просвещались, да, и вот, ну как бы вот на Катафесте. Ну, как бы, ну, вот мы идем на перебивках между концертами, и вот, ну, что-то, может быть, кто-то новое что-то услышит, что-то, ну, я не знаю. Я бы бомбу никакой не назвала, ну, кроме хорошей музыки, это самая главная бомба. Все? Я просто новичок, я думаю, какие еще вопросы задавать? Я тоже первый раз, честно говоря, тут вот... Ну, в принципе, будет, в плейлисте есть несколько групп, которые будут петь песни, вот как в данный момент Love Cats, это The Cure играет, самая знаменитая, наверное, песня про котов и любимая у всех. Ну, мы как-то акцент не делали, что именно на кошачьи песни, потому что все-таки как бы Катафест — это не про котов, как мы уже все знаем, а просто про внутреннюю свободу, творчество, независимость, поэтому нет. То есть больше будет независимой или альтернативной музыки. Спасибо. Я вас не слышу просто. Можете представить? А, да. Я Оля Булатова из группы Флёр. Но мы не приезжали на него, вообще-то мы в Одессе живем. Приехать с Первой Фонтана на маршруточке. Почему вы решили сюда? Потому что Валерия, моя подруга, она попросила нас участвовать в этом. Что есть особенного в этом фестивале? Я не все слышу, что вы говорите, но... На самом деле, Валерия мой давний друг вообще, и она очень большой энтузиаст от искусства. Такой вот, знаете, бескорыстный, настоящий энтузиаст, каких сейчас мало осталось. И хочется поддержать этот редкий исчезающий вид, потому что вот все, что она делает, она наполнена такой любовью, светом, энтузиазмом. И я думаю, что Катафест в будущем вырастет в нечто большее, но он и сейчас уже является таким очень хорошим местом для всех творческих людей. Оазисом, скажем так, в этом безумном мире. Мне держать его? Меня зовут Влада Ильинская, я поэт, участник поэтической сцены фестиваля Катафест в этом году. Что еще рассказать? А что вообще, что это за фестиваль, что он значит для вас? Ну, поскольку фестиваль родился в Одессе уже не первый год, я видела, как он появлялся, как он зарождался. Это очень амбициозный проект, который развивается, который набирает настоящую мощность только сейчас. И мне очень интересно принимать участие в поэтической части. В этом году состав значительно сильнее, чем в предыдущие годы, и я надеюсь, что дальше будет он еще серьезнее, еще сильнее. Мне фестиваль приобретает такие масштабы, что становится интересным, серьезным, большим мероприятием. Мне в нем интересно и хочется участвовать. Спасибо большое. Пожалуйста. Извините, пожалуйста,
пожалуйста, вы имя, фамилию поставили? Сказали? Скажите, да. Влада Ильинская. На счету группы альбом уже, в котором около 30 песен, 2 видеоклипа, контракт с известным лейблом, чтобы вы подумали, Sony Music,
Они участвовали в крупнейших музыкальных фестивалях, не только в Котофесте. В Котофесте они впервые, но они уже были даже на нашествии и на The Best City UA. Стоит отметить, что в 2014 году редакция iTunes и музыкальный канал MTV внесли группу Люмьер в список самых интересных и перспективных музыкантов. Трепещите, поклонники, это группа Люмьер на Котофесте! Поаплодируем им буквально вот 2-3 минуты ожидания, они выступят и порадуют вас. Это очень талантливые молодые ребята. То есть к массе наград еще добавился талант, как ни странно. Мы ждем их. Команду
неоклассика, готика. Закончились тем, что музыканты дали собственное определение себе – cardio wave. Французский лейбл «Прикосновение» указывает на схожесть музыки флёр с такими коллективами, как Cocteau Twins и Balcanto. И не забываем, друзья, что благодаря сегодняшнему розыгрышу от «Кардио Кислород» вы можете выиграть книгу Елены Венеровской «Тонкие травинки». Так, пока группа готовится, пожалуйста, подходите сюда, слева, участвуйте. Мы ждем совершенно потрясающую команду. Флёр на Катафесте. Аплодисменты, ждем их! Какие-то лажи такие, всегда считают виноватой группу и говорят, вот почему они так долго, вот какие они козлы, а на самом-то деле, происходят вещи какие-то плохие, и они, может быть, не имеют прямого отношения к тому, что происходит на сцене, но сами по себе они вызывают эффект падения карточного домика, и в результате получается вот это. Но добро, оно все равно победит.
Thank you.